Всем привет. Меня зовут Дима Краневский, а играю я роль Алёши. Мы с вами на площадке сериала «Дылды». Я переоделся в сегодняшний свой костюм. О, что-то за люди. Ну что, нашел кратчайший путь до площадки. Выхожу из модного трейлера, который находится на площадке съемок «Дылды 2». Здесь у нас живут актрисы. В этом вагончике, по-моему, две актрисы. Женя Тримасова с кем-то. Я, если честно, не помню с кем. Дальше у нас новая героиня во втором сезоне. Снежана Самохина. Которая играет Диану. Это моя подруга. И я безумно вообще рад тому, что Снежана работает с нами. Очень приятно, когда на площадке есть друзья. И вообще, в целом, классно, когда на площадке дружеская атмосфера. Собственно, значит, артисты у нас гримируются самостоятельно. Вообще тебя убьют просто. Дашуся, это моя кинолюбовь. Физабель. Моя кинопартнерша. Вот. Такие у нас дружелюбные партнеры. Добрейшие. Все друг другу помогают. Даже когда не просят. С вами ведущий Дмитрий Краневский. Перед вами Изабель Эйдлин. Эйдлин. Актриса. Да, актриса. Можно было выучить мою фамилию. Ну, можно, сразу видно, что актриса. Подождите. Изабеля? Ну все, Изабеля, ну хватит. Да дай мне губы подкрасить. Изабель, времени нет. Почему? Нет времени, понимаешь? Снимайте, Изабель, она хочет, чтобы ее снимали. Одной, двух камер на площадке мало. Какой негалантный у нас ведущий вообще. Как вы относитесь к опозданию на площадку? Приемлемо это или неприемлемо, Изабель? Я считаю, что это приемлемо, если ты не нарушаешь всю командную работу и вовремя выходишь в мотор. Это сериал для вас больше с точки зрения денег важен или нет, с точки зрения актерского какого-то роста? Ну, если бы мне что-то было важно с точки зрения денег, я бы, наверное, в этом, скорее всего, не участвовала. Угу. Безусловно, я влюбилась в Пашу, в Дмитрия Краневского. Как вам обед? Обед. Сегодня. Сегодня я, честно говоря, не питалась нашим обедом. А вы питаетесь когда-нибудь, Дима? Да. Сейчас с вами, кстати, мы подойдем к моему любимейшему месту на съемочной площадке. Это наш буфет. Ребят, отведаем кофеечку, возьмем пару кексиков и пойдем познакомимся с нашим режиссером, с Федей Стуком. Он сидит вот в палаточке, сейчас мы с вами к ней подойдем. Это называется плейбэк. Там сидит наш звукорежиссер, сидят наши креативные продюсеры. И непосредственно следят за тем, как проходят съемки, исправляют нас, дают нам некие наставления. Он сидит на кресле лайн-продюсера, но это режиссер. Федор Стуков. Будьте так приятны познакомиться с нашим режиссером, с прекрасным режиссером второго сезона сериала «Дылды». А что ты не на площадке сейчас? Сейчас будет сцена. У меня очень много текста. Девчонки, стоп! Давайте набирайте кадры. Федь, расскажи нам. Ждал ли ты с каким-то опасением или с какой-то радостью, с каким-то волнительным ожиданием встречи с артистами, которых вот ты не знал, но знал, что они уже тут были? Есть новые персонажи, и это уже вот приведенные со мной люди. То есть я участвовал в кастинге, там, Снежана Самохина. Да, это одна из главных героинь, которая у нас появляется в новом сезоне. Совершенно другой персонаж, который врубается в эту компанию, устоявшуюся. Да, это еще играет, да. Ага. По поводу матча. Идите нахуй.
Здесь, ну, никогда не знаешь, что сработает, что не сработает, да. Потому что, ну, я более чем уверен, конечно, существует там математика и таланты, и... но вот эта зрительская любовь, ее просчитать невозможно все равно, да. То есть она может быть больше и меньше, потому что бахнуло, это, ну, вот так вот случилось. Вот, и наша, моя задача сейчас, и наша-то тоже общая, чтобы вот этот уровень, и он как-то все-таки соответствовал первому сезону. А это вот у нас светит прожекторы. Освещает наш зал, потому что если мы будем зависеть от света солнечного, то будет не пойми что. Нам нужен свет обязательно один, поэтому прожекторы светят целый день. Сейчас с вами мы подойдем к главному герою сериала «Дылды», к Павлу Деревянко. Вот Паша у нас тут. Павел, вы разбираете сценарий сегодняшнего дня? Разбираюсь сценарий. Разбираете сценарий? Разбираю его по косточкам. Ну как вы, скажите, скучали по второму сезону? Рады ли вы встрече с артистами? Я рад. Я рад, действительно. Тем более здесь... Оказаться в таком цветнике всегда вдвойне приятно. Второй сезон также будет популярен, как и первый. Дмитрий, ну я надеюсь, что он будет не менее популярен. Мы усилили, так сказать, нашу команду, да? Парочкой хороших игроков. Давайте тогда составим расписание. Да. Замазали. Многие пишут, с удовольствием посмотрев первый сезон, что ждут второго с нетерпением. Так что, а быть может, мы еще и увеличим, да, базу нашего зрителя. Да. Да, Дима? Я в этом уверен, Павел. Вашими бы устами медок хлебать. И поднимем юмор с колен, так сказать, русский. Юмор, вставай. Молодец. Вот это я понимаю. Смотрите «Дылды», второй сезон на СТС. Ну что, дорогие друзья, наша экскурсия подошла к концу. Так что обязательно осенью включайте СТС. Ну и смотрите «Дылды 2».